Стелла. Населенный пункт воинской доблести открыты в селе Протасово Малоархангельского района. На митинге Андрей Клычков поблагодарил жителей района и поисковые отряды за то, что они вносят свою лепту в сохранение памяти о героическом периоде нашей истории, Орловщины и района. Как наследники Великой Победы, как жители героической Орловской земли, мы делаем все, чтобы память о Великой войне никогда не угасала. И сегодня, выполняя священный долг потомков, мы с подобающими почестями предаем земле останки советских воинов, обнаруженных поисковиками в ходе вахты памяти. Летом 43-го года у села Протасово действительно развернулась одна из самых кровопролитных битв в ходе битвы на Орловско-Курской дуге. Советские воины проявили небывалую стойкость и массовый героизм. Пятерым из них за участие в этих боях было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день были преданы земле останки 30 солдат Великой Отечественной. Присвоение статуса населенным пунктам – это дань даже не погибшим. Это, на самом деле, дань памяти и дань уважения к тем людям, которые нужны сегодня молодому поколению. И я рад, что мы эту работу ведем. Сегодня молодое поколение, дети из школ приходят, чтят свою историю. И только помня свою историю, можно иметь уважение к сегодняшним дням и развивать будущее. Поэтому я благодарен нашим потомкам, предкам, кто совершил подвиг и дал нам урок, который мы никогда не должны забыть. Это память и любви к своей родине. Пока не перезахоронен последний солдат, война для нас не закончилась. И вахта памяти позволяет, конечно, найти тех героев, которые погибли, которые, к великому сожалению, не были перезахоронены по нашим христианским, воинским обычаям. И вот сегодня наши поисковые отряды, хотел бы выразить им огромное спасибо, благодарность. Они находят здесь героев. Вот из 30 воинов, 2 мы все-таки опознали.